Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии воинской части «Командо» в Кельбаджарском районе, предупредил реваншистские силы в Армении о возможных последствиях отказа от мира. Как передает Вести АС, глава государства отметил, что после войны азербайджанские войска расположились по всему периметру границы и созданы воинские части. После войны азербайджанская армия стала еще сильнее как с точки зрения обеспечения, так и боеспособности. Поэтому и после этого мы будем предпринимать серьезные шаги для развития вооруженных сил. Подписаны новые контракты для покупки самых современных оружий. Эти контракты уже исполняются. Самое новейшее вооружение и техника привозится и будет привозиться в Азербайджан. Наши позиции на границе с Арменией будут еще более крепкими. Президент отметил, что если Армения в процессе определения границ прибегнет к своей старой тактике, попытается тянуть время, то будет сожалеть об этом. Мы внимательно следим за действиями реваншистов в Армении. Пускай они знают. Вот на высоте горы записаны мои слова. Железный кулак на месте. Пусть никто об этом не забывает. Глава государства предупредил, что победа Азербайджана должна быть уроком для них. Они считали себя непобедимыми и распространяли слухи о своей армии. Мы показали им, что они не смогут продержаться перед азербайджанской армией. Если вновь в Армении реваншистские силы поднимут голову, то должны знать, что их ждет, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.